Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр», в студії Аніта Рашевська. Погляд з минулого. Наскільки він може змінити наше сьогодення? І чи може взагалі? Дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. Основання міста і закладка собору – все це відбувається в один рік. Сегодня мы говорим, что мы находимся на Соборной площади, что главная улица города Соборная – это восстановление исторической справедливости. Пользуясь документами 100-200-летней давности, приходится эти детективы распутывать. Это жутко увлекательно на самом деле. Если мы толком не будем знать, с чего мы начинали и как это все было, то и впереди ничего не получится. Друзья мои, сегодня я предлагаю вам погулять по Соборной площади города Николаева. Это удивительная площадь. Она хранит в себе много тайн. У нее удивительная история. И вот рядом со мной замечательный Владимир Владимирович Щукин, который написал вот эту чудесную книгу. Эта книга называется «Николаевский Адмиралтейский собор». Именно Адмиралтейский собор венчал Соборную площадь. У него история, которую стоит знать всем. Даже не потому, что мы живем в этом городе, а для того, чтобы быть людьми. Да, Владимир Владимирович? Для того, чтобы быть людьми, нужно знать историю людей. Для того, чтобы быть просто, чувствовать себя полноценными жителями нашего города Николаева, с пусть небольшой, но очень интересной и богатой историей. Вообще, у каждого города есть какой-то символ. Ну, как правило, таким символом является какое-то здание, сооружение, памятник. И вот на протяжении 130 лет вот таким символом, архитектурным символом нашего города был Николаевский Адмиралтейский собор. Вот мы сейчас с вами стоим, друзья мои, мы стоим практически на том месте, где стоял Адмиралтейский собор, да, Владимир? За нашей спиной, вот здесь находилась колокольня собора, вот эти лесенки, они не случайно здесь, они всегда здесь были. А далее находилось здание Адмиралтейского собора. Собор был заложен в 1789 году. Кто знает немножко историю Николаева, поймет, что это совпадает с датой основания города. То есть момент основания города и закладка собора, все это происходит в один год. И инициатором сооружения этого храма, тогда он просто по документам шел как церковь, а не как собор, был Григорий Александрович Потемкин. И, соответственно, заложенный храм сооружался во имя его святого покровителя Григория Великой Армении. Есть такой святой, не очень популярный в православной церкви, но для армянской церкви он один из таких из главных авторитетов. Собор строился достаточно долго по тем временам. Он был освящен в 1794 году, но, тем не менее, пока храм строился, церковные службы шли в так называемой временной походной церкви. И сегодня мы говорим, что мы находимся на Соборной площади, что главная улица города Соборная – это восстановление исторической справедливости. Почему они соборные? Потому что это все связано именно с Адмиралтейским собором, который как бы завершал архитектурный ансамбль этой площади. К сожалению, от того архитектурного ансамбля не осталось ничего. Все совершенно изменилось. Ступеньки, Владимир. Ступеньки новые, конечно, но здесь были ступеньки, которые вели к колокольне. Это вторая колокольня. Первая колокольня была встроена просто в храм, а в середине 19 века построили вторую колокольню и отдельно стоящую. И в ней был вход на храмовое подворье. Вот все это пространство, которое за нашей спиной, это был храмовый двор. Здесь был сад. Здесь были различные служебные здания. И самое главное, что здесь находилась могила, здесь находился склеп, где был погребен первый строитель нашего города Фалеев Михаил Леонтьевич. И здесь же, на этом подворье, было кладбище, где хоронили служителей собора. В
Почему Адмиралтейский? Да, почему Адмиралтейский, Владимир Владимирович? Ну, понятно, морской город, в принципе, он и закладывался как верфь. Но Адмиралтейский, вообще, это такое красивое название. Очень красиво, очень эффектно. Правда, телезрители, красиво. Адмиралтейский собор. И вообще, Николаев – это город адмиралов, да, Владимир Владимирович? Безусловно. В Николаеве находилось Адмиралтейство, то есть управление строительством Черноморского флота и вообще всеми делами, связанными с Черноморским флотом. И в 1797 году по указу Павла I вот этот храм получил статус Адмиралтейского собора. Вообще в Российской империи было только 4 церкви с таким статусом. Одна находилась в Петербургском Адмиралтействе в главном, вторая в Воронеже, там, где, в общем-то, начинался в свое время российский флот, третья в Николаеве, и позже четвертый был построен в Севастополе. То есть вот это уникально. Этот статус свидетельствовал о том, что этот храм причисляется к числу военных, а точнее военно-морских, и на протяжении длительного времени он был главным православным храмом Черноморского флота. То есть здесь, именно в Адмиралтейском соборе, совершались службы, на которых присутствовали все военные и моряки города Николаева. Конечно, вот особенность. Здесь их венчали. Особенность этого храма как раз и состоит в том, что прихожанами его были не просто жители города, а солдаты, матросы, военные, которые дислоцировались в городе Николаеве. И, конечно, это генералитет, это адмиралы. Это делало собор, ну, таким особым, статусным. Это было особенно почетно присутствовать на службах в этом соборе. И, ну, в общем-то, все российские императоры, начиная с Павла I, обязательно бывали в этом соборе на церковных службах. Это считалось такой обязательной нормой. Командующие Черноморским флотом постоянно бывали на службах. Службы имели особую торжественность, особую почетность. И даже, так сказать, наиболее известных жителей Николаева отпевали в этом соборе, даже если они не были его прихожанами. Это было проявлением такого особого уважения. Ну, например, самый известный случай. Первый директор Николаевской Александровской мужской гимназии Смирнов был отпет именно в этом соборе, а потом на плечах его несли до городского кладбища. То есть это было проявление уважения всего города к этому замечательному человеку. Сегодня мало кто из горожан, к сожалению, даже, ну, достаточно, как сейчас говорят, продвинутых, знает, где реально находился этот собор. Ну, вот мы сейчас с вами стоим. Мы практически стоим там, где находился собор, Владимир Владимирович. Здесь у нас находится колокольня. Мы заходим, портал, вход через колокольню, мы заходим во двор собора. Ну, давайте, телезрители, попробуем зайти, правда? Значит, я тут записал размеры собора. Он дается в тогдашних единицах измерения сажений. Длина 20 сажений, ширина 8 сажений. Сажень казенная – это примерно 2 метра и 16-13 сантиметров. То есть, если мы переведем на современную метрическую систему, то длина собора являлась где-то 43 метра. И я предлагаю просто взять и промерить шагами, где и как это находилось. Я специально прикинул, мой шаг примерно 80 сантиметров. Значит, это где-то 54-55 шагов. Телезрители, ну что, померяем шагами? Идемте с нами. Да. Давайте, Владимир Владимирович. Начинаем. Начинаем, друзья мои. Да. И раз, два. И вот мы идем и меряем шагами соборную площадь. Владимир Владимирович, не спешите, а то телезрители за нами не поспевают считать шаги. Друзья мои, сколько раз хожено по этим вот самым плитам, но, вы знаете, никогда не приходило в голову померить шаги. Да, мы знаем, что здесь стоял Адмиралтейский собор, но это не значит, что все кануло в лету. Оно, конечно, кануло в лету, но, во-первых, остается память, во-вторых, история,
А в-третьих, как знать, есть же замечательная поговорка, что все возвращается на круги своя. Устали телезрители? Но я вам хочу сказать, это не случайно. Во-первых, и вы тоже немножко взбодрились. А вообще, вот, Владимир Владимирович, как вы полагаете, вот мы с вами меряем шагами площадь соборную, а собора нет. А стоит ли вообще ворошить все? Потому что некоторые могут сказать, да это уж все было и прошло, а впереди там надо смотреть вперед, чего оглядываться назад. Так ведь если мы толком не будем знать, с чего мы начинали и как это все было, то и впереди ничего не получится. Ведь это мы уже проходили, когда вычеркивалась вся наша история до 1917 года, и в сознании многих, собственно, наша история начинается с 1917 года. А ведь то, что было до 17-го, это великая история, это настоящая история, не испорченная какой-то излишней заидеологизированностью, не ущербленная огромным количеством никому не нужных, как оказалось, жертв и всего остального. Вот здесь мы сейчас с вами стоим на месте, где очевидно находился алтарь. То есть священное место этого собора. И место это намоленное. И там, где люди обращались к Богу много-много лет, даже если там сегодня ничего нет, даже там, если там просто сегодня гранит, по которому мы ходим, все равно ведь что-то осталось. Но дело в том, что по православному преданию, даже если церковь православная разрушается, ангел, хранитель, который приставлен к этой церкви, он остается. Поэтому, может быть, мы немножко сместимся, чтобы, ну вот если здесь стоял алтарь, как-то так, если честно, да, вот телезрители, мы действительно сместимся, лучше давайте сместимся, потом, и, да. И подойдем к еще одному месту, тоже очень знаменательному для нашего города. Вот рядом с алтарной стеной апсидой находился склеп Михаила Леонтьевича Фалеева. То есть это было примерно где-то здесь. К сожалению, когда в 1936 году собор было постановлено разрушить, то склеп вскрыли. Гроб достали, проверили, что там, так сказать, находится, срезали ордена и пуговицы, а потом завязали проволокой и отправили на городское кладбище, то, что мы называем сегодня некрополем. И поставили тело первого строителя города в склеп семьи Аркасов, где он и сейчас находится. Ну, хоть в чужом склепе, но все-таки, слава Богу, место для упокоения ему нашли. То есть вот такая история. Очевидно, не был достоин. Ну, не был достоин, может быть, для новой власти. С точки зрения, да, новой власти не был достоин первый строитель города того, чтобы иметь место упокоения в центре того города, который он создал. Вот, к сожалению, это вот та история, которую не нужно забывать. Владимир Владимирович, ваша книга «Николаевский Адмиралтейский собор», она отличается не только красотой и таким очень легким и изысканным слогом, но она, ну вы понимаете, это кладезь истории, именно той настоящей истории, которую не подменишь ничем. И вообще, вот если честно, вы, когда начали писать эту книгу, вы же понимаете, что сегодня она даже немножко не модная, потому что сегодня модная другая история. Хотя как-то странно, да, телезрители? Да, может мода, ли, может ли быть история модной? Ну, в советский период, да и сейчас чаще вспоминают другое слово «актуально». Ну хорошо, будем говорить «актуально». Да, и во всех своих работах мы должны были обязательно написать, вот в чем же состоит актуальность данной работы в данный момент. Естественно, чаще всего эта актуальность, чтобы убедительно звучало, притягивали за уши. Но я ведь и не стремился, и не стремлюсь, чтобы мои книги вот были формально актуальными. Всему свое время,
всему свой черед, и есть парадоксальная такая вещь, что некоторые из моих книг больше читаются где-то за рубежом, чем здесь. Но всему свое время. Нет пророка в своем отечестве? Всему свое время. Всему свое время. Поэтому мне это было интересно. Я считал это своим долгом. Я понимал, что я смогу это сделать. Я это сделал. Владимир Владимирович, вообще, когда начинаешь работать над даже очерком историческим, это очень большая ответственность, потому что нужно пересмотреть, перечитать, переизучить огромное количество даже архивных документов для того, чтобы нить была истинной, правильно? Конечно, но это жутко интересно на самом деле. Порой мы сталкиваемся с историями совершенно такого детективного характера, и, пользуясь документами там 100-200-летней давности, приходится эти детективы распутывать. Это жутко увлекательно на самом деле. Владимир Владимирович, а вот скажите, пожалуйста, вопрос как историку. А как же так могло получиться, что такой памятник архитектуры, памятник истории и вдруг разрушен? Ну, собор действительно был выдающимся памятником архитектуры, и архитектурный проект, как считается, принадлежит очень известному скульптору Ивану Егоровичу Старову. Очень стильное было сооружение в стиле классицизма. Но почему его нет? Почему сейчас здесь, так сказать, голое пустое место? Это отдельная история. Вот это уже советская история. 1920 год, заканчивается гражданская война. И оказывается, ведь кто служил в соборе? Военное духовенство, то есть духовенство, которое окормляло армию и флот. И в каждом полку был военный священник и так далее. Но наступает советский период, и оказалось, что для Красной армии священники не нужны. И храм не нужен. И Адмиралтейский собор оказался в таком удивительном положении. Если у всех остальных храмов Николаева есть прихожане, местные жители, то у Адмиралтейского собора их нет. То есть храм стоит в центре города, а прихожан нет. И тогда к советским властным органам обратились представители Украинской автокефальной церкви. Как раз в это время начинался период украинизации, очень известный период в истории Советской Украины. И они попросили предоставить в их распоряжение этот храм. Ну, так как тогда, так сказать, была команда сверху, в общем-то, поддерживать все украинское, без проблем они получили этот собор. И это стал, в общем-то, кафедральный собор Украинской Православной Церкви. Правда... Автокефальной Православной Церкви. Правда, внутри самой организации церковной через некоторое время начались скандалы, дрязги, борьба за лидерство. Это широко освещала тогдашняя пресса, то есть каждый тянул одеяло на себя. Естественно, что властным структурам это не очень нравилось. Но появляется новое течение в Православной Церкви, которое пыталось встроиться в новые условия советской власти. Это так называемое обновленческое течение. И на этот храм к ним достаточной, ну, если не симпатии, то достаточно терпимо относились властные органы. И тогда обновленцы решили, так сказать, своими силами вытеснить из этого храма Украинскую Православную Церковь и захватить его себе. Власть как-то смотрела на это дело сквозь пальцы. Начинается борьба между двумя течениями. То одно захватывает храм, то другое захватывает храм. Идут жалобы в исполком. И тогда решают этот Гордиев узел разрубить одним ударом. Да? Да. В 1929 году собор был закрыт как храм. То есть он перестал быть храмом. Но ему повезло. Здание и весь комплекс собора отдали Николаевскому музею, историко-краеведческому музею, вернее, историко-археологическому тогда. И здесь расположилась, внутри храма расположилась экспозиция по истории флота и судостроения. В общем-то, это было вполне... В духе того времени. Да. Это нормально...
Во всяком случае, храм использовался, люди сюда в помещение ходили. Правда, при этом в 1922 году была кампания по изъятию ценностей, а в храме-то хранились реликвии флотские, в храме хранились реликвии из казацкой церкви сечевой. Потемкин передал их для богослужебной практики в храме. Но историческая ценность этих раритетов не учитывалась. Учитывались драгоценные металлы, поэтому если это было золото, серебро, это все, так сказать, отправили на переплавку. Потом, в 1928 году, сняли колокола, и тоже стране нужен был цветной металл для индустриализации, тоже отправили на переплавку. И так вот несколько лет в храме находится музей. Ну, во-первых, как бы при этом храм воспринимался, здание воспринималось как храм. И естественно, вот представьте себе, в центре советского города находится храм. Это раздражало. Это раздражало, мало того, как писалось в газетах, ну как-то вот... Раздражало и власти, и трудящиеся, да, массы? Ну как, власти раздражало, они провоцировали раздражение трудящихся. Кроме того, как писали советские газеты, ну это никуда не годится. Здесь проходят демонстрации трудящихся, и вот стоит как бы храм. Поэтому в 1939 году решили, что с этим безобразием нужно бороться. Я думаю, что это была идеологическая подоплека всего этого. Реальная причина была немножко в другом. Храм был очень старым зданием. Он серьезно обветшал, требовал капитального ремонта, реконструкции. Рядом, кстати, находилось на площади просто здание Гауптвахты, где находился художественный музей. И оно тоже было в таком вот, как сегодня сказали бы, аварийном состоянии. То есть это требовало каких-то средств. Это требовало, так сказать, вложения каких-то сил. И, очевидно, местные власти решили, они проще ли... Дешевле разрушить. Да, да. И начались разрушения здания Гауптвахты, есть фотография руины этого здания. И вот как раз в эти дни, когда мы здесь с вами находимся, это начало ноября 1939 года, разобрали по камушку и здание Николаевского Адмиралтейского собора. То есть пустое место. К тому времени вот там вот в том месте, кстати, где находилось в свое время кладбище церковных служителей, на том месте уже стояла парашютная вышка. Это было тогда очень, очень актуально. Вот. А это здание, а эта территория, частью она примыкала к той территории, относящейся к парашютной вышке, а частью просто стала частью большой советской площади. Вот она была такая огромная. Но место сакральное, место намоленное. Слава Богу, ну, хватило ума ничего здесь не строить, не сооружать в таком вот советском духе. А когда произошли события Великой Отечественной войны, у нас не любят сейчас вот это словосочетание, предпочитают Вторая мировая война, ну, я поступлю как человек консервативный. Так вот, после освобождения Николаева в 1944 году возникла идея создать здесь мемориальный комплекс воинам десанта Ольшанского, которые погибли при освобождении Николаева. И действительно, вскоре эта идея была реализована. И вот на этом месте как раз сегодня находится этот мемориальный комплекс. И я считаю, что это, ну, очень уместно. Это не только не оскорбляет, так сказать, вот эту память. Не оскверняет даже. Да, оно наоборот, вот как-то очень удачно все получилось, все к месту получилось, как у нас редко бывает. Видимо, вот такова судьба этого места, быть местом памяти, местом упокоения. И дай Бог, чтобы и следующие поколения понимали это. У
уроки історії завжди корисні для тих, хто ними цікавиться. Сьогодні, друзі, ми з вами крокували по Соборній площі міста Миколаєва разом з кандидатом історичних наук, краєзнавцем Володимиром Щукіним. Я, Ніна Трашевська, прощаюсь з вами. На все добре.